Он так же говорил, как дед. Все говорил, как есть. Звать никак, все. Макинский это мой. Я его люблю, я буду любить его до смерти. Я никому его не отдам. Эти мне наушники, пожалуйста. Вы не верите, я его люблю, я буду любить, это моя любовь. Я его никому не отдам. Я приеду к нему, он приедет. Наташка все равно догадала, он будет мой муж. Тони Жоптери. Казахстан, мазин. Кам? Кам? Вы не верите, не надо. Бакинский все равно будет мой муж. Так, кому непонятно... Он мой муж, он везде будет со мной. Кому ты говоришь, Анеля Казахстан, Баком Гайтвац? О, тут этот, Тома Жох Джерри. Не знаю, парень или девушка. А, понял. Спокойся, да, слава богу, чтобы не понял. Еще один остал. Сопли, вытери сопли, Ирина. Ира. Ты что, казах? Нет. Может, ты мне обещал, что ты его привезешь, но ты не привез его. Привезем нахуй, ебаный рот, бля. Ты же знаешь, что я люблю Бакинского, ты же знаешь. Знаю, ты слабость свою не показывай, слезы льешь, это льешь. Ты так не вернешь его. Грамотно надо, позитивно, понимаешь? Но, блядь, Борс, я уже год терплю, я два терплю, вот, смотри, три Ира, я его люблю. Ира, смотри, ты плачешь, там, и чё ты думаешь, ты его вернёшь? Люди над тобой угорают здесь, на, блядь, в чате, нахуй, всякие, блядь, заходят, хи-хи-хи. Ну зачем ты, Ира, ты так не вернёшь, учи ты как, вот, легенда, нахуй, подними свой ТикТок, чтобы люди все тебя замечали, сами прибегут, нахуй. Ты же легенда. Уже никто не прибежит.